Итак, мы входим в музей теней. Нас встречает вот такая вот экспозиция с видами города. Это фосфор, нанесенный на стену. Он впитывает свет, а потом его отдает. Так, сейчас, чтобы не столкнуться с уходящими людьми, я провожу близко. И потом, чуть-чуть подальше, мы можем увидеть, что вот это вот виды Питера. Сфинксы, Адмиралтейство, храмы, разведенный мост с кораблями, памятник Петру, Казанский собор и прочее. Вот здесь, смотри, смотрите, простите, вот здесь вот эти вот отпечатки вот таких вот енотиков, котиков, а наклейки и магниты. Далее мы идем по коридору, ну и в целом, в общем, видим, что здесь все пропитано вот этими фосфорными штуками. Вот, видите. Проходим чуть дальше. Вот здесь видим, кстати, фигуру парня. И он чуть напоминает Сергея Есенина, но это не точно. Вот, он тянет руки к женщине с длинными распущенными волосами. А вот здесь у нас творческая кухня. Отсюда начинается, скажем, там не совсем экскурсия, а ожидание. Ожидание экскурсовода. Я сейчас его буду ждать, а пока покажу вам прикольные надписи на стенах. Я так понимаю, что это все тоже наклейки, и их можно тоже купить. Так, отсвечивай, неожиданно, как. И вот мы смотрим вот такую афишу. Музей теней, Косенька хочет. Ну, здесь какие-то информация контактная. И вот у нас вот, такое, вот такая вот зона ожидания. Здесь можно присесть, дождаться начала экскурсии. Также вот здесь вот уже начинаются некоторые элементы экскурсии. Вот здесь, я так понимаю, рисунки на песке. И вот там вот блокнотики и прочее. Кстати, вот уже некие элементы, видите? А вот такие вот плоские, как деревяшечки, дают тень, похожую на крепость.